Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем серию наших лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества». И сегодня мы с вами с утра отправляемся в Алтайский край. Своими методиками, своими практиками работы с молодежью в вопросах краеведения поделится Галина Николаевна Белоглазова, руководитель музея наследия средней общеобразовательной школы номер 125. Я напомню, что наши лекции проводят победители всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, который прошел совсем недавно. В течение 2 недель у нас пройдет 43 лекции от педагогов, от руководителей музеев из 43 регионов России, опыт которых масштабируем на всю страну, поэтому я уверена, что сегодня нас смотрят педагоги из всех 85 регионов России. Галина Николаевна, здравствуйте, большое спасибо вам за нашу сегодняшнюю встречу. Не хочу долго оттягивать ее начало, поэтому с удовольствием передам вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. С нашего сибирского города, с нашего замечательного Алтайского края. Конечно же, добрый день, уважаемые организаторы фестиваля «История Малой Родины и История Отечества». Огромное вам спасибо за такую предоставленную возможность поделиться опытом своей работы, работы кружка родословия и музея наследия. И, конечно же, поучиться чему-то новому, интересному у коллег. Вашему вниманию я предлагаю опыт своей работы в музее наследия в школе номер 125 города Барнаула по изучению истории края. Так. Презентация у меня на экране? Да, все отлично видно, спасибо. Ну, и тогда мы начинаем. Ну, вначале, наверное, нужно сказать о нашем музее наследия. Он уже довольно-таки взрослый, этот музей. Открылся он, его открытие состоялось в 1998 году. Это как раз вот такое время было очень неспокойное, сложное для нашей страны. Наша школа была настолько заполнена учащимися, мы учились в 3 смены, и классных комплектов у нас было очень много. Некоторые были, доходили буквы до буквы Ж. И, несмотря на такие трудности, наш директор Ольга Александровна Переладова, она на тот момент была директором, она нашла возможность выделения маленькой комнаты вот для организации нашего музея. И буквально через год, когда вот появилась возможность немного расселить школу, нам был выделен большой кабинет, он сейчас у вас на экране. Это фотографии первого нашего музея. Ну, не судите строго, какие там стенды, то, что было с деньгами, то и у нас и получилось. Но тогда были еще живы ветераны, они у вас здесь на экране. И работа по патриотическому воспитанию, по сбору информации о ветеранах нашего микрорайона, она шла тогда полным ходом. Ребятишки, следопыты моего музея, с удовольствием занимались краеведением. И, конечно же, наш музей пополнялся удивительными просто экспонатами. И вот часть этих экспонатов вы видите на фотографии с правой стороны. Это просто уникальные учебники, букварь 1898 года издания для церковно-приходских школ, букварь для обучения взрослых, неграмотных 1953 года, это арифметики конца 50-х годов. И они, конечно же, легли в основу той экспозиции, которую мы продолжаем и до сих пор. Вот здесь на экране у вас музей наследия, его современное состояние. Он разноплановый, краеведческого направления, наш музей. И, конечно же, там представлены выставки и собраны материалы и по истории быта наших горожан начала 20 века.
И ключевая такая у нас выставка и экспозиция, которая посвящена истории школы. Это истории школы нашей и истории школы той, которая была здесь, на Алтае, в начале 20 века, начиная от церковно-приходских школ и вот заканчивая там частными гимназиями. В музее в настоящее время, кроме тех детей, которые занимаются в кружке родословия, занимаются юные помощники музея, это начальная школа, мы их называем ЮПМ. Конечно же, следопыты музея, это у нас связующая такая сторона, связь музея с классами, которые в классы приносят те события, которые происходят в музее. Ну, вот я бы сказала, как вот в мою молодость были политинформации, мы читали, что было интересного в газетах и доносили потом в своих классах. Вот примерно такой же опыт я перенесла для работы в музее, только дети уже приносят вести, которые касаются истории нашего города, истории нашего края, каких-то таких ключевых событий, которые происходят здесь. Ну и, конечно же, если говорить о кружке родословия, это изучение родословия, истории семьи, опять-таки в контексте изучения нашей истории, изучения истории края. Так как это является одним из очень главных и таких вот связующих направлений краеведения. Для кружка родословия разработана дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа, без нее как. Вот. И ключевая идея, как я уже сказала, это родословная в контексте истории, края и страны. Занимаются у меня дети среднего и старшего звена при школе, ну, при музее школы нашей замечательной 125, которая находится на Шумакова 22. Цель нашей работы – это привить учащимся навыки составления родового древа на основе многоаспектного изучения материалов истории края и страны. Ну и отличительной особенностью данной программы является то, что она определяет широкий круг изучения краеведческих тем, предусматривает формирование навыков правильной речи, освоение методики исследовательской работы и практики в качестве экскурсовода. Но я бы сказала, что изучение и составление геологического древа – это не самая главная и не самая важная задача вот, на нашем кружке. То есть вот изучая, то есть знакомясь с исследовательской работой, с приемами исследовательской работы, мы изучаем и обучаемся тому, как вести интервьюирование, как себя готовить к этому интервью, как правильно составлять вопросы, как потом грамотно обработать этот материал и потом выдать его в качестве экскурсовода. То есть любое дело, которое у нас затевается в этом музее, оно выливается ну, в несколько таких ипостасий. Это и выставка, это и экскурсия, это и представление на научно-практических конференциях. И вот если говорить о изучении краеведения, то это краеведение, историю краеведения мы изучаем, обязательно касаясь истории семьи, потому что история семьи, она неразрывно связана с историей нашей страны, и обойти ее какими-то там путями, конечно же, невозможно. Ну, первое, чем мы занимаемся, это, и, конечно же, вот особенно для малышей, это очень понятно и близко, это изучение истории нашего города, края, страны через экспонаты музея. Мои помощники музея, кружковцы, мы с ними собираемся. И как самые настоящие научные сотрудники, мы
досконально изучаем какие-то экспонаты, мы их описываем. Ну, по сути дела, как это делается в настоящих музеях государственных, мы, ну, пытаемся тоже эту коробочку со всех сторон, если она какая-то к нам экспонат попал, мы со всех сторон его осматриваем, измеряем, записываем, придумываем какую-то историю. И потом, конечно же, на этом не останавливается дело, обязательно есть продолжение. Ну вот с правой стороны, начнем с правой стороны. У нас есть просто уникальнейший экспонат, который принес нам ветеран. Его, к сожалению, уже нет в живых. Это целая коробочка даже не поточенных карандашей. Набор карандашей, три витязя, который называется 47-го года выпуска. Три витязя, три карандаша. Какова история этих... вообще карандашные фабрики, история, она какая. И вот благодаря мы этой коробке мы изучили эту историю карандашного дела у нас в России. Как появились предприятия в Москве, которые начали делать эти карандаши, какими карандаши были древние, где их нашли, что они из себя представляли. Но история, конечно же, очень интересная. Однозначно там получается у нас это экскурсия для детей. Особенно маленькие ребятишки очень любят эту экскурсию смотреть, слушать, потому что она с элементами интерактива. Они потом рисуют свое настроение. После прослушивания этого мероприятия вывешивают свои рисунки на доске, фотографируются на фоне их. И в прошлом году мы участвовали с детьми, моими кружковцами, в таком серьезном конкурсе World Skills Russia и представляли вот именно эту экскурсию на этом конкурсе и еще одну экскурсию, которая называется «Заглядывая в прошлое». Это фотографии помещены вот с левой стороны. Фотографии нашего замечательного фотографа Борисова, который начал фотографировать наш город в начале 20 века, когда появились первые фотоаппараты. И благодаря вот этому человеку, который не сидел на месте и не хранил свои фотографии где-то там в запасниках, он их печатал в Париже. И благодаря вот этому, то, что вот Париж первый увидел наш замечательный город, о нашем городе очень хорошо было известно. И, ну, кто не был у нас на Алтае, мы обязательно к вам, вас приглашаем сюда познакомиться с нашим городом. Он действительно очень удивительный, и удивительна его история. И в музее у нас хранятся фотографии Борисова, которые в 90-е годы нашими фотохудожниками, когда начиналась вот такая метода печати фотографий буквально на всем, были напечатаны эти фотографии на натуральном шелке, и они были нам подарены коллекционерам. Они у нас сейчас и находятся в музее. Благодаря вот этим фотографиям мы и сочинили вот такую виртуальную экскурсию, заглядывая в прошлое, соединили фотографии на шелке с фотографиями, которые сделаны современными художниками. То есть у нас получается место здания, которое сфотографировано в начале 20 века, и то же самое место, которое сфотографировано в наше время. Ну и вот как раз с левой стороны вот эти фотографии рассказывают о том, как мои девочки-кружковцы Даша и Маша выступали вот на этом конкурсе. Они заняли вот в прошлом году третье место с этими экскурсиями. И вот в самом начале я вам сказала о тех экспонатах, которые хранятся в нашем школьном музее. Это уникальные вот такие учебники. Благодаря вот этим учебникам началась вот работа
по сбору информации, и вылилась она, это вот стенд, который вот перед вами, «История образования в Барнауле», это стенд несколько лет назад, вот сейчас это все переделывается, она, конечно, эта выставка, экспозиция пополнилась другими материалами, но здесь вот как раз представлен Василий Константинович Штильки, ему в этом году мы празднуем 170-летие со дня его рождения. Это был удивительный человек, деятель, который занимался образованием в нашем городе Барнауле и открывал, его старанием было открыто несколько бесплатных школ. И вот здесь представлена как раз эта экспозиция, которая рассказывает о деятельности Василия Константиновича Штильки. Ну и здесь же, вот с правой стороны, это мои кружковцы еще в старом музее, но это маленький уголок этой выставки, он и сейчас находится в этом музее. Здесь представлен макет класса церковно-приходской школы. Так как вот благодаря этому учебнику, букварю, он с правой стороны у вас, для церковно-приходских школ, была разработана вот такая экскурсия, она тоже интерактивная, потому что на экскурсии, на этой, во время слушания этой экскурсии дети пишут на дощечках, покрытых воском, они держат в руках писало, они читают молитву, которая была традиционно в начале проведения, в начале дня вот в церковно-приходской школе. И оканчивается у нас это мероприятие, тоже молитвы они читают, стоят на горохе голыми коленками в углу. И, конечно же, вот смотрят они на этот макет, сравнивают его с тем оборудованием, которое сейчас находится в наших классах. Вот, узнают, почему в песне поется «Одноклассники, однокашники». Кто такие однокашники? Да потому что кашу вместе ели. Но в настоящее время нас, вот и сейчас мы с вами не общаемся вживую, а разговариваем вот за много тысяч километров друг от друга. И, конечно же, мы не стоим на месте, осваиваем новые технологии. И вот здесь мой замечательный сейчас помощник Влад Шматов. Вот буквально недавно на осенних каникулах мы вот именно по этой экспозиции «История образования в городе Барнауле» мы сделали аудиогид, который можно даже посмотреть в интернете, вот, по истории образования в Барнауле. И вот как раз это сфотографирован здесь вот процесс нашего действия, когда мы его, этот аудиогид, сочиняли, делали. Ну, это от предметов у нас идет изучение нашего замечательного края. Вот. Ну и мы, конечно же, не забываем те места, где мы проживаем. Улица, то есть наша школа находится на улице Шимакова, 22. Названа она в честь нашего земляка Ильи Шимакова, который родился здесь, на Алтае. И вот в советское время он вывел свой колхоз, который он, в котором он был председателем этого колхоза, до такого уровня, что вот его колхозники жили, ну, можно сказать, при коммунизме. У них на центральной усадьбе был фонтан, у них была художественная школа, там, то есть такой, знаете, как дом творчества. Сейчас не все города обладают такими вот заведениями, но, слава богу, у нас это все там сохранилось. Там была даже цирковая студия. Вот. И 2 года назад нашему замечательному Илье Шумакову было 100 лет, и мы не могли обойти стороной вот именно такую знаменательную дату. Начали собирать материал, фотографии Ильи Шумакова, записи его односельчан, которые вот, ну, сейчас и колхоз, ну, уже как сельхозобъединение, оно носит его имя. Вот, видео какие-то, записи у нас теперь есть в нашем музее. Но кроме этого, что вот у нас организована просто выставка, мы, конечно, на этом не останавливаемся. Значит, кружковцы и следопыты музея
затеяли такое дело. Мы вышли на улицу и провели опрос. Знают ли наши горожане, кто такой Шумаков? И вот здесь как раз видно, как ребятишки разговаривают с прохожими. Мы приготовили такие маленькие буклеты, в которых была краткая информация, кто такой Шумаков. И, конечно же, всем, кто и знает, и кто не знает, мы дарили эти буклетики. Вот такое мероприятие. Еще здесь представлена страничка, как мы изучаем историю города, края и страны, через, опять-таки, предметы, через информационные какие-то, вот, через события. И разработаны у нас такие вот экскурсии, мероприятия. Оформляется, конечно, выставка к Новому году, он у нас скоро Новый год на носу. Это приключения елки в России. И слушают эту экскурсию с удовольствием и малыши, и ученики старших классов, так как там рассказывается не только о том, откуда к нам пришел Новый год, какие были первые игрушки, кто такой Дед Мороз, но и рассказывается о том, как в 50-х, в 40-х годах, в 60-х годах этот Новый год справлялся в нашем городе. Чем наряжали, как выглядел этот город, то есть это все вот, ну, показано. И вот опять в этом году мы участвовали в этом конкурсе, молодые участвовали в открытом региональном чемпионате молодые профессионалы World Skills Russia Алтайского края 2020 год. И снова мои кружковцы, они там участвовали и представляли на суд жюри, зрителей такие экскурсии, как трамвай «Пятерочка» и грозовые военные дни города Барнаула и таинственная красота парков города Барнаула. Нужно сказать, что эти экскурсии, они тоже очень информационно интересные. Вот если говорить о трамвае, это и рассказывается здесь и о том, как появился у нас трамвай в городе Барнауле. И мы проехались во время этой экскурсии на виртуальном трамвае по улицам нашего города, делали остановки там, которые вот непосредственно были связаны с Великой Отечественной войной, что у нас здесь было во время войны. Добрались до восточного поселка, где проживал вместе с родителями, когда они приехали сюда в эвакуацию с заводом, Леонид Быков, и что здесь именно у него пришла идея, вот, ну, так говорят, и так сам он говорил, когда была презентация фильма «В бой идут одни старики» в нашем летном училище, вот после того, как этот фильм был снят, он об этом и говорил, что вот идея этого фильма зародилась именно в Барнауле. Вот. Ну и, конечно же, таинственная красота парков города Барнаула. Они у нас удивительные, с большой такой историей, непростой историей, что где-то были кладбища, где-то были захоронения. А сейчас вот, ну, я думаю, что история парков подобного рода есть во многих городах нашей России, она схожа, потому что время у нас было такое. Ну, если говорить о родословии, конечно же, мы не забываем историю своей семьи, но опять-таки связанные в истории нашей страны. Изучаем боевой путь ветеранов, конечно же, и своей семьи, и у нас очень довольно-таки значительный фонд в нашем музее изучение боевого пути ветеранов вот с момента основания нашего города, с момента основания нашего музея, когда ветераны еще были. И мы и до сих пор собираем эту информацию, теперь уже обращаемся к фотографиям, которые хранятся вот в семьях, в семейных альбомах. И вокруг этих фотографий, конечно, у нас обрастают они вот всевозможными историями. Встречаемся и очень плотно контактируем с нашими ветеранскими организациями, которые, к сожалению, уже
их нельзя назвать, что это совет ветеранов. В лучшем случае, что есть там дети войны, время неумолимо, оно идет вперед. И вот такие встречи проходят обязательно. И, конечно же, мы рассказываем на экскурсиях, в музеях то, что мы добыли. Это и описанные, изученные архивные документы, что касаются семьи. Вот, и говорим о том, как мы составляем это родовое древо. Ну и, конечно же, вот такая вот большая тоже работа ведется по записи воспоминаний. Я уже вначале об этом говорила. То есть вот эти воспоминания у нас довольно-таки много. Их здесь хранятся, ну, а потом я их обрабатываю, эти воспоминания. И вот чуть позже я покажу тот сборник, куда эти воспоминания вошли, они уже опубликованы. Очень большая такая и очень трудоемкая работа идет у нас по поиску тех вот белых пятен, которые встречаются в нашей, ну, вот в семьях вот детей, которые занимаются родословием. Но вот такая бывает радость, когда ищешь, конечно же, это вот кто занимается родословием, знает какой-то очень такой трудоемкий труд, когда сидишь, ходишь по этим сайтам, выискиваешь эти записки, и когда удается что-то найти, это, конечно, просто безмерная радость. И безмерная радость, она, конечно, касается не только ребенка, но и семьи, в котором этот ребенок живет. Вот такой был вот, ну, удачный у нас поиск. Это мы искали Андрея, захоронение Андрея Бородкина, потому что вот до недавнего времени семья считала, что он без вести пропал. И удалось найти его следы в Крыму. И сейчас семья связалась со школой, которая курирует этот памятник. Видите, вот памятник в таком надлежащем состоянии, ухоженный. Вот. Ну и если бы не пандемия, они бы, конечно, вот в этом году они планировали летом съездить туда на это захоронение и, ну, почтить память Андрея Федоровича Бородкина, который вот там воевал и захоронен вот на этом мемориальном кладбище. Ну и вот с правой стороны, здесь тоже вот найдено было захоронение в Ленинградской области. В принципе, семья знала, что он именно там похоронен, но вот благодаря тому, что вот удалось съездить туда родственникам, нашли тех людей, которые ухаживают за этим памятником, подняли пласт вот той информации, которая хранится у нас на всевозможных сайтах. И вот благодаря этому фамилия Фроликова Николая Алексеевича появилась на мемориальной плите. И там вот такая традиция есть, вот выставлять такие маленькие медальончики. Вот. И семья приезжает туда периодически, когда это возможно. И, ну, память не уходит. Вот самое главное. В 2018 году у нас в Барнауле случилось, ну, грандиозное просто событие. Была вскрыта капсула, которая была там замурована нашими, ну, теперь уже под, нашими старшими товарищами. В 1968 году комсомольцы нашего города Барнаула вот такое послание запечатали, это вот в виде такого снаряда. Но у нас есть заводы, которые делали эти снаряды, то есть внутри запаковано, сохранилось в очень хорошем состоянии. И, конечно же, это был в год столетия комсомола. Вот, мы не могли обойти стороной эту такую замечательную дату. И в школе у нас было организовано вот такое мероприятие. Мало того, что была организована выставка, которая называлась «Комсомольская юность моя», на которой, вот она здесь вот с правой стороны, представлены фотографии
наших педагогов вот именно того времени, когда они были комсомольцами. Были записаны их воспоминания, их вот как они себя вот помнят в этом комсомольском возрасте, какие дела они делали, как они вот работали. То есть было интервьюирование, все это было записано. И вот выставку эту мы организовывали совместно с Институтом культуры. Мы с ними сотрудничаем, и они нам, ну, вот иногда вот экспонатами помогают, советом. А вот здесь с левой стороны вот Даша Варзарова, она ведет экскурсию именно по этому. Вот благодатные слушатели, я чуть позже о них скажу. Вот на этой странице они здесь как раз показаны. Вот на это мероприятие были приглашены первые следопыты, которые работали в музее, вот этом наследии, когда он только организовывался, это уже такие мамы, дети, которых ходят уже в третий, четвертый класс. Вот, приглашены были известные люди города, вот в центре стоит Татьяна Владимировна Чиркова, замечательный человек, которая была на съезде комсомола в Москве, она об этом со сцены рассказывала детям. Ну а с правой стороны здесь стоят те люди, которые служили на Байконуре космодрому, вот на Байконуре, извините, которые служились на космодроме Байконур в Казахстане. И вот нужно отметить, что у нас в городе Барнауле живет очень много людей, которые вот когда-то служили на космодроме, а потом, когда они уже вот вышли на пенсию, они переехали на жительство в наш город. И мы их привечаем в своей школе, встречаемся с ними, они к нам приходят. Вот здесь стоит Николай Николаевич Гетто, который с самых молодых лет и до выхода на пенсию он прослужил на космодроме. И одно время его вот службы это был такой момент. Он за космонавтами закрывал люк на ракете. Вот сейчас, к сожалению, он у нас работал в школе. Вот дети просто, вы не представляете, как они его слушали, как он рассказывал о том, что вот как он там служил. Вот. Сергей Писарев с правой стороны, он сейчас работает директором нашего замечательного зоопарка, который вот есть в Барнауле. Он тоже служил на космодроме Байконур. Вот. И Лариса Николаевна Баранова, она работала там в бухгалтерии, там создалась у нее семья. И потом вот они вот с детьми уже приехали сюда. Но я не буду подробно рассказывать все. Вот, завершилось вот это все мероприятие замечательным концертом. Вот здесь фотография как раз, где мы пели комсомольские песни, а дети нас просто вот, ну, с таким вот увлечением слушали. Ну и опять-таки вот мероприятие прошло, и, конечно же, мы его обязательно представляем на каких-то конференциях, рассказываем, выносим это за пределы школы. И вот здесь как раз показаны опять-таки мои вот старшие девочки, которые ездили на конференцию в Иркутск и представляли наш музей именно там. Вот Ульяна Шмелькова рассказывала о своей семье, о истории семьи в годы Великой Отечественной войны, а Даша Варзарова, она рассказывала о комсомоле, о том, как комсомол был в ее семье, то есть она брала интервью у своей бабушки и все это записывала и вот, ну, транслировала. А Маша Абросимова рассказывала о таком событии. Это история строительства церкви в Антарктиде нашими алтайскими строителями. Дело в том, что у нас в музее хранятся просто уникальнейшие вот артефакты именно вот со строительства этой церкви, около где-то 1000 фотографий, вот буквально поэтапного вот строительства этого храма, о том, как он начинал, то есть родился у нас здесь на Алтае, как он начал строиться, как он здесь выстаивался, что он строился нашими строителями, нашими архитекторами, Петр Анисифоров, его
мастерская принимала в этом участие. И есть даже бортовой журнал Александра Шмидта, который вот там работал, преподаватель из Политехнического университета, он там был инженером вот во время этой экспедиции. Вот они там выступали, и, конечно же, они привезли оттуда победы, награды. Вот здесь как раз вы видите на экране те дипломы и малыши, которые получают, и, конечно же, дети, которые постарше. А здесь вот одной фотографии не хватает, но, может быть, она сейчас загрузится. Ну вот перед вами здесь сейчас это кружок родословия, это мои шестиклассники. Здесь они представлены по окончанию, мы завершили такой проект, я о нем уже рассказывала, когда представлялась вот именно в этом конкурсе краеведов, работающих с молодежью, проект «Душа солдата в письмах дышит». То есть детки читали письма солдат с фронта, которые тоже хранятся в этом музее наследия. То есть очень большой такой архив. Так как я занималась написанием этой книги, потом чуть позже будет ее фотография. Вот здесь как раз вот по окончанию этой записи, когда мы смонтировали эти маленькие вот видеоролики, и сделана эта фотография. Вот появилась, оказывается, диплом, то, что мы вот получили диплом первой степени за эту работу. Нет у нас и, нет, неправильно я сказала, что и в музее наследия, конечно же, среди кружковцев обязательно проходят какие-то мероприятия, которые направлены на то, чтобы уважать старших, бабушек, заботиться о братьях наших меньших, это собачках, кошках. Мы каждый год, наши дети, школы здесь уже, это мероприятие выходит за рамки музея, это общешкольное мероприятие, собираем корм, какие-то бинты, лекарства там, и передаем. У нас есть такое здесь, ну, в каждом городе, конечно, они есть, но мы с ними сотрудничаем, передаем в клуб «Ласка», где содержатся вот бездомные животные. И вот в прошлом году у нас была такая акция «Забота», где ребятишки собрали всевозможные вот такие простые игры, мозаику, фломастеры, карандаши и передали их в дом, где живут ветераны. К сожалению, вот родственники их туда отвезли. Мы про это, я обязательно про это рассказываю. И вот пытаюсь достучаться до их сердец, что бабушки и дедушки – это все наше, о них нужно заботиться и никогда от себя не отпускать. Ну и вот результат деятельности, который вот в процессе этой работы, вот он вливается потом вот в какие-то книги, но тут, конечно, уже это моя работа большая. Вот в 2007 году вышла книга «Письма с фронта любимым», и в этом году я с нетерпением жду, вот в декабре она уже должна быть напечатана, в феврале будет презентация этой книги. Она, книга дополнена новым материалом, и вот выиграла грант тоже на переиздание этой книги «Письма с фронта любимым», и она сейчас будет в интернете. И если вы наткнетесь на нее, я думаю, что вы с удовольствием почитаете вот те письма, увидите то душевное настроение, которое было у солдат, когда они писали с фронта своим родным, близким сюда, здесь, на Алтай. И вот, вот появилась эта картинка, и в этом году, вот в канун 9 мая, вот по этой книге «Письма с фронта любимым» наш драматический театр снял вот такой спектакль, который был вот показан, ну, на экранах, у нас пандемия, который был вот составлен по материалам книги «Письма с фронта любимым».
Он тоже есть в интернете. Конечно, большим помощником в нашей работе для составления родословия это всевозможные сайты, по которым мы ходим, гуляем, выискиваем. Это и архивы нашего, архив Алтайского нашего края. Мы обязательно к ним обращаемся. И вот здесь как раз на экране представление вот того собранного материала, который уже вылился вот в таких изданиях. Это диалог поколений, где собраны воспоминания наших земляков, участников Великой Отечественной войны. Как я уже сказала, мы этим начали заниматься очень давно, когда еще ветераны были живы. Воспоминания тех людей, которые работали в тылу, и, конечно же, детей войны. Ну, а вот с правой стороны представлена книга «Родословие. Книга первая», то есть над второй книгой, над частью второй я еще веду работу, работаю. Это история моей семьи, моих родственников. И, конечно же, она неразрывно связана с историей нашей страны. Здесь представляются и те моменты, которые были вот здесь, на Алтае. Это вот как раз книга первая, она рассказывает о родственниках с Алтая, о родственнике, которые проживают в Рязанской губернии области. Я еще ее не представила. И, конечно же, вот таким большим колесом истории прошлась по судьбе вот родственников, которые жили на Алтае. Это лихие времена 30-х годов, где были родственники арестованы, расстреляны. И вот знаете, что самое удивительное? Узнали вот мой муж, его родная сестра о том, что в семье были расстреляны вот только тогда, когда я начала заниматься вот этой темой. Так как настолько люди боялись рассказать об этом и вот тщательно хранили эти истории в семье и вот узнали об этом только тогда, когда они ушли в мир иной. Но в заключение я бы хотела сказать о том, что родословие бесспорно является яркой такой страницей истории края. И занятия этим родословием, они воспитывают уважение к истокам, к культуре своего народа. И, конечно же, очень важная такая сторона вот, изучения этого родословия – это способствует укреплению духовных семейных ценностей. Так как, когда дети у меня приходят на этот кружок родословий, я всегда им говорю, без помощи ваших родителей, без помощи ваших дедушек, бабушек, родственников, тетушек невозможно построить родовое древо, невозможно описать вашу историю. То есть это работа коллективная, в котором участвуют все буквально члены семьи. Ну и материалы архивов найденные. И изученный в ходе поиска материал по истории своей страны становится основой и посылом для более глубокого изучения истории края и страны. Полученная информация из достоверных источников способствует воспитанию чувства ответственности за свои действия не только перед родителями, но и для памяти рода. Главное – это сохранение памяти о предках и бережная передача ее из поколения в поколение. Занятие родословием – это ведь не только схема, но еще и сбор данных о занятиях человека, его характере, достижениях. Изучение истории своей семьи есть путь изучения нравственного стержня, путь возрождения духовности. Спасибо большое. Спасибо большое, Галина Николаевна. Удивительный рассказ. На самом деле у меня у самой давно есть большое желание составить свое генеалогическое древо. Мы начинали эту работу с мамой, и я уверена, что тоже постараемся ее продолжить в будущем. И
К слову, опять о задействовании именно семьи. Действительно, такая работа невозможна, ее невозможно провести без помощи семьи. Расскажите, вот есть ли у вас, были ли у вас какие-то особенные случаи, когда родители там включались в работу, может быть, помогали каким-то образом именно ребятам по-особенному? Ну, такие интересные примеры. Расскажите, пожалуйста. Ну, сразу на память приходит Баранова Лариса Николаевна, когда встает вопрос о поисках какой-то информации, она подключается на 100%. Там тоже, знаете, вот судьба интересная у этой семьи, они вот приехали сюда на Алтай с Байконура, и она родом с Казахстана, а муж у нее с Рязани, вот, и там далеко, и эта сторона очень далеко, и она, конечно же, вот огромные, как она говорит, километры телефонных переговоров, которые вот помогают в поисках вот той информации, которую нужно вот прикрепить к этому родословию. Ведь сначала нужно получить какую-то информацию устную, а потом уже вот из этой устной информации уже добиваться того, чтобы обратиться в какие-то архивы, обратиться вот в какие-то органы, которые, в которых, ну, допустим, там свидетельство о рождении, свидетельство о браке, вот в такие места. И потом, вот знаете, как вот бусинки нанизывается, как я говорю, начинаем разматывать клубок. Вот, держим за веревочку эту историю и потихонечку ее разматываем. Еще у меня есть очень инициативная такая мама Калугиной Полины. Это моя ученица еще, я ее когда-то учила. Вот, она, конечно, тоже очень всецело помогает, и когда вот какая-то вот информация нужна, она вместе с ребенком, допустим, организовывает поездку к бабушке в деревню, и они там вместе садятся, начинают беседовать, а это ведь так здорово, особенно вот, ну, бабушки, ладно, они еще молодые, а про бабушки, я говорю вот о тех вот детях моих, а про бабушки, они же безмерно счастливы, когда с ними начинают разговаривать, когда их начинают спрашивать. Вот у них сразу, вот, знаете, появляется такое чувство, да я не зря жила, я же, вот мои эти знания, мои эти истории, они нужны детям. И, конечно же, очень огромная, большая работа, которую без взрослых невозможно осилить, это разбор фотографий семейных. У нас эти фотографии хранятся, вот мы вроде как это помним сами, вот, а когда потом мы вот лет 5-6 проходит, и мы уже не можем вспомнить все-таки, в какой это месяц было и какой это был год. То есть вот здесь идет обучение вот детей, что как фотографии нужно фиксировать, как их нужно подписывать, но в первую очередь нужно узнать, кто там изображен, какое событие там вот именно представлено на этой фотографии. Ведь иногда с одной только фотографией развивается целое, вот, знаете, целых несколько страниц вот этой истории, вот оно вот описывается. Вот таким вот образом у нас происходит эта работа. Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то определенный возраст у школьников, с момента которого вы бы, наверное, посоветовали заниматься такой деятельностью, составлением родословной? Или все-таки помощь родителей и помощь педагога, она позволяет вот с самого, может быть, начала прививать, ну и включать эту работу в работу с учениками? Ну вот я бы посоветовала начинать с начальной школы, потому что встречаются дети. Мы начинаем с ними как? Вот я, допустим, моя сестра или брат, потом мама, папа, бабушка, дедушка. Вот такая схема. Вот знаете, у меня даже в 5 классе был ребенок, который не знает отчество своей бабушки. Некоторые дети не знают фамилию. А некоторые говорят, а я их вообще не знаю. То есть вот на таком элементарном, самом первом уровне
это нужно разговаривать и вот им говорить именно вот с начальной школы. Ну а потом, конечно, более уже сложные мероприятия, которые это обращение с документами, это вот, ну, чем старше ребенок становится, тем продуктивнее становится его вот собранный этот материал. То есть он становится более интересным. Ну а здесь, опять-таки, вот с малышами, значит, у нас, ну это уже 4-й класс, допустим, я и с такими детьми занималась, 4-й класс. Мы описываем то, что им близко. Во что играли ваши бабушки? Вот, и они даже вот потом даже и показывают вот эти игры, вот как они играли. Вот, это тоже интересно очень. И тоже подходит к этому родословию. Это тоже наша история. Это работа действительно, наверное, не одного года, поэтому как растут дети, так и развивается сам проект и усложняется, можно так сказать. Хотела бы еще задать один вопрос, связанный непосредственно с этим годом в большей степени. Переход в онлайн, он отразился на большинстве и образовательных учреждений, и, в принципе, жителей нашей страны. Я услышала в вашем рассказе рассказ об аудиогиде и увидела на презентации даже скрины Инстаграма, где проходит опрос. Расскажите, вот как у вас внедряется такая деятельность, кто занимается, допустим, такими опросами, может быть, это делают сами ученики, их ли это инициатива или совместная. Очень было бы интересно узнать, особенно такой интересный опыт именно в нынешней ситуации. Ну вот онлайн интервьюирование мы еще не проводили, то есть мы проводим, ну вот так сидим. Вопросы составляем для этого интервью мы вместе. Однозначно я это все проверяю. Я обучаю детей, как задавать вопросы. Не вот там, где ты был или не был, вот там-то, там-то он скажет «был» и все. То есть чтобы эти вопросы были неоднозначными. И, ну, а само интервьюирование, они уже вот, ну, проходят, ну, вот опрос на улице мы вместе проводили, а где-то вот среди своих родственников они уже проводят вместе. Как уж там получается, это потом видно на том материале, который потом мы начинаем обрабатывать. И если не хватает каких-то звеньев, ну, дополнительно еще что-то спрашиваем. Вот таким вот образом. Но вот знаете, опять-таки, вот уже в этом учебном году мы сделали, значит, вот аудиогид, и еще сделали два таких проекта, но я их называю социальные. Это проект, посвященный нашим бабушкам и прабабушкам, который был вот в месячник пожилого человека. И, ну, то есть они собирали, ну, они придумали хорошие слова, поздравления своим бабушкам. И мы сделали такой вот, ну, небольшой видеоряд тех поделок, того творчества, чем занимаются бабушки и раньше прабабушки занимались, то есть представлены вышитые картины. И, кроме этого, вот ко дню мамы замечательные просто придумали дети и свои стихи, и представили своих мам вот тоже в таком вот видеоряде. То есть это тоже работа с техникой, которая вот, ну, позволяет освоить какие-то... Приходится и мне это осваивать, куда деваться. Вот. Но это им очень нравится, детям. Да, вот это им очень нравится, и они, конечно, откликаются на это. И я думаю, что вот с аудиогидом мы обязательно будем продолжать вот освещать все наши выставки в нашем музее, и потом они, конечно, все появятся в интернете. Может быть, первая она не совсем такая грамотная, но первый блин всегда бывает комом. Да, ну это формат уже близкий самим ребятам, поэтому я уверена, что им самим интересно работать и подготовить аудиогид и, в принципе, работать в онлайн. Поэтому мы очень рады, что такая работа проводится. Большое спасибо за сегодняшний рассказ, за сегодняшний разговор. Даже сейчас вот много вопросов и охватить всю вашу деятельность, о которой даже было сказано в лекции, очень сложно. Хотелось бы еще отдельно отметить, наверное, работу, которую вы проводите с ветеранами.
работу, которую вы проводите в отношении там животных со школьниками, это тоже очень важно для ребят, я думаю. Поэтому спасибо вам большое и за ваш труд, спасибо большое за нашу сегодняшнюю встречу. Я уверена, она была полезной для многих наших сегодняшних зрителей, кто-то возьмет для себя ваш опыт на вооружение. Спасибо большое за слайд, где указаны источники, с которыми можно работать во время формирования родословной. Я могу посоветовать нашим участникам остановить запись нашего сегодняшнего эфира, когда вы будете уже включать его не в прямом эфире, а в записи. Остановить и, может быть, выписать какие-то пункты, которые вам обязательно пригодятся при составлении родословных, если вы решите заняться такой деятельностью. Еще раз большое спасибо. Напоминаю нашим участникам о том, что сегодня у нас состоится еще 2 лекции. Мы продолжаем наше путешествие по регионам. Мы продолжаем отправляться в гости к лучшим краеведам России. И хотелось бы в заключение еще раз поблагодарить Галину Николаевну за наш сегодняшний разговор. Спасибо большое. Спасибо большое и до новых встреч. До новых встреч. До свидания.